Здравствуйте, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 12 августа 2022 года. Мы, как всегда, начинаем. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. И если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Сегодня Овн очень уж захочется стать заметным и весомым. Хорошо, если к этому найдется повод, однако его желание самоутвердиться может оказаться так сильно, что Овен начнет, что называется, выступать без причины. Чтобы не стыдиться потом своего поведения, гороскоп советует взвешивать каждое слово, буквочку каждую, не стоит становиться каждой бочке затычкой или высасывать сенсации из пальца. Сегодня Овну не надо делать что-либо на показ. Любовный гороскоп для Овна. Сегодня Овну захочется прояснить отношения с любимым человеком. Он может настаивать на том, чтобы его вторая половинка дала четкие ответы на поставленные вопросы. Гороскоп предостерегает Овна. Скорее всего, настойчивость лишь усугубит положение. Сегодня не время ставить точки над «и». Дайте ситуации вызреть немножечко. Овен может лишь деликатно подталкивать партнера к принятию нужного ему решения. Имейте в виду. Намеки, лесть и подкуп в делах сердечных в этот день работают гораздо лучше, чем на храп. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня звезды советуют Овну не посвящать свои бизнес-планы кого-либо постороннего и чужого человека. Даже если очень хочется поделиться своими мыслями с коллегами или близкими людьми, лучше придержать идеи и задумки в своей башке, пока они окончательно не оформятся. Выгоду подобной сдержанности Овен оценит немножечко попозже, когда перейдет от фазы планирования к фазе осуществления и воплощения в жизнь. Сегодня лучше не слушать критику под руку и не расходовать энергию впустую. Телец. Пытаясь скрыть неуверенность в себе, телец сегодня может вести себя довольно неразумно. Не пытайтесь прикрыть страхи бравадой, лучше искренне признайтесь в своих опасениях, попросите помощи или поддержки. У вас плохое настроение? Вы чем-то взволнованы? Гороскоп тельца остерегает замыкаться в себе. Пригласите в гости друзей и за чашечкой горячего чая, шоколада или кофею. Поведайте им о своих секретах. Тельцу сегодня нельзя оставаться наедине с его проблемами. Любовный гороскоп для Тельца. Сегодня звезды гороскопа не советуют Тельцу заранее строить романтические планы на вечер, так как они могут быть нарушены какими-то неожиданными событиями и даже препятствиями. Ну, к примеру, сорвется заранее намеченное любовное свидание или же Телец на вечеринке так и не сможет ни с кем познакомиться. Впрочем, если Телец сегодня будет идти вперед, несмотря ни на что, то сможет преодолеть тенденцию этого дня. Главное, чтобы Телец придерживался девиза. Все будет хорошо. Не опускал руки и не поддавался эмоциям. Оптимизм, целеустремленность и вера в свои силы – вот это и есть залог сегодняшних побед Тельца в любви. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня Тельцу совершенно не захочется что-либо решать, да и вообще работать в принципе. Любая возможность отсрочки будет обязательно использована Тельцом. Он постарается до последнего откладывать выполнение дел. Стать мастером проволочек и отговорок его заставляет накопившаяся усталость, которую можно разогнать активным отдыхом. Если сегодня есть такая возможность у вас, дорогие мои, возьмите отгул и съездите на природу. Тем более, у кого снег, там сейчас очень красиво. Ну или хотя бы загляните в обед в спортклуб вместо столовки, хорэ жрать в общем. Минут 40 на беговой дорожке и вы будете счастливы вернуться на рабочее место. Близнецы. Сегодня близнецы озабочены вещами материальными и в общем довольно неизменными. Их может увлечь желание купить что-нибудь очень дорогое и очень даже ненужное, просто чтобы потешить свое самолюбие. Не исключено, что близнецам страстно захочется показать себя лучше других, и это может быть неплохо, если речь идет о работе, но станет совершенно неуместным в дружеской компании. Гороскоп предостерегает сегодня близнецов от попыток заслужить дешевую популярность.
популярность. Обдумывайте, как ваши действия повлияют на вашу репутацию в дальнейшем. Соображайте. Любовный гороскоп для близнецов. Близнецы сегодня могут попасть под чей-то прицел. Кто-то не станет скрывать своего романтического интереса к их достоинствам. Для свободных близнецов этот денек – это шанс завести интересное знакомство или даже встретить настоящую любовь. А для занятого – возможность убедиться в том, что их привлекательность и неотразимость никуда не исчезли за это время. Впрочем, гороскоп не обещает, что персона, проявившая сегодня к близнецам интерес, обязательно должна быть ими принята. Но что делать? Роза не выбирает, для кого источает свой чувственный, чудесный аромат. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Войти в рабочий ритм сегодня близнецам будет проблематично, и все же этот день может быть продуктивным. Самое главное – это начать, и если близнецам все-таки удастся взять себя в ручонки, то дальше все пойдет как по маслу. Гороскоп советует сегодня воспользоваться самыми простыми уловками – бодрящим ароматным кофеем и ритмичной музычкой. Это должно помочь задать нужный темп и настроиться на дело. Рак. Превышение полномочий. Вот чем грешит рак сегодня. Не исключено, что коллеги или родные рака в этот день упрекнут его в том, что он слишком много на себя берет. Гороскоп призывает проявлять корректность, и если на ваших плечах нет погон, обращаться к окружающим с просьбами, а не приказами. Рака сегодня раздражает мельчайшая оплошность других, при этом он склонен не замечать собственных огромнейших ошибок и промахов. Любовный гороскоп для рака. Раку сегодня может показаться, будто он застрял в каком-то болоте, но не стоит торопиться погружаться в это чувство. Оно кратковременное. У каждого знака зодиака иногда наступает застойный период. В такой день вывести из этого состояния может любимый человек, его душевная близость и тепло. Гороскоп советует раку сегодня смело принимать помощь от других людей, особенно от своего избранника. Тягучая атмосфера пройдет сама собой. Но рак может приложить еще немножечко усилий и поднять себе настроение уже сегодня приятными мелочами, душевным общением и романтическим свиданием в конце дня. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сегодня раку вряд ли удастся совершить трудовые подвиги. Звезды будут склонять его отложить все дела, забиться в уголок и тихонечко сидеть там до конца рабочего, тяжелого дня. Поэтому лучшим выходом для него, как и для всего коллектива в целом, будет уход рака в отгул. Работник из него все равно никудышный в этот день, а так рак сегодня хотя бы полноценно отдохнет и на следующий день приступит с новыми силами к выполнению своих обязанностей. Ну а если начальство не отпускает, придется все же воспользоваться планом А. Сами виноваты. Лев. Этот день звезды как будто специально создали для отдыха льва, а потому, если руководство или родные сегодня с самого утра наседают на него с какими-то заданиями и просьбами, он будет чувствовать дискомфорт и апатию. Гороскоп льва указывает на необходимость отдаться на волю событиям, пусть все идет своим чередом, не пытайтесь изменить ситуацию или отказаться от того, что идет к вам в руки. Сегодня лев настроен на философский лад, что придает его глазам оттенок грусти, именно этому может сделать его особенно привлекательным в чьих-то неравнодушных глазках. Любовный гороскоп для льва. У льва сегодня романтический праздник. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшний день подарит ему отличное настроение, положительные эмоции и, что самое главное, везение в любовных делах. Поэтому, если лев еще не нашел свою вторую половинку, дерзайте. Неплохо было бы надеть свой лучший наряд и пойти куда угодно. В кафе, на выставку, в кино или в ночной клубешник. Как вариант, можно провести сегодняшний день в огромнейшей компании, но только вот с полутораметровым интервалом, где будут представители противоположного пола. Льву стоит лишь немножечко пофлиртовать, и дело, как говорится, в шляпе. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня льву следует быть просторопнее, иначе инициатива может уплыть у него из рук. А это крайне нежелательно, по крайней мере сегодня. Звезда предупреждает, что об упущенной сегодня возможности лев может сильно пожалеть уже в самое ближайшее время, в самые ближайшие денечки. Поэтому расслабляться не самое время, надо подготовиться к защите своих позиций. Возможно, льву даже придется пустить в ход зубы и когти и показать зазнавшимся коллегам, что списывать его со счетов не стоит.
Дева. Сегодня деву может прорвать. Если вы долгое время копили в себе недовольство или сдерживали радость, были огорчены в своих действиях, в этот день пружина сорвется. Согласно гороскопу, деве сейчас трудно контролировать свои эмоции, подстраиваться под окружающих и обстоятельства. Вот почему возможны конфликты и различного рода трения. С другой же стороны, правильно направив внутреннюю энергию, дева сегодня сможет освободиться от того, что давно ей мешало, пусть и в ущерб хорошим отношениям. Любовный гороскоп для девы. Сегодня дева может быть раздражена как никогда. Неурядица на работе, конфликты с близкими, несбывшиеся мечты, недовольство собой. Все это способно сложиться в одно большое раздраженно-тоскливое настроение. На этом фоне дева способна невзначай обидеть любимого человека, при этом вряд ли готова признать свою вину и попросить прощения. Чтобы день не прошел выяснение отношений, деве сегодня стоит или очень тщательно себя контролировать, или меньше общаться с избранником, чтобы случайно не сорваться. Гороскоп даже советует деве заранее предупредить любимого человека о том, что она сегодня не в духе и может сгоряча нагрубить. Гороскоп карьеры и финансов для девы. Сегодня гороскоп настоятельно советует деве на работе избегать конфликтов. Споры по рабочим моментам рискуют очень быстро перейти в стадию выяснения личных отношений и в некоторых случаях даже к мордобою. Ничего хорошего такое развитие событий, конечно же, не принесет, поэтому любые провокации деве следует пресекать сразу же, ведь погасить уже разгоревшийся конфликт будет гораздо сложнее, а уж потраченные на это нервы и силы точно не подлежат восстановлению. Весы. Дурная голова ногам, рукам покоя не дает. Вот пословица, идеально подходящая под сегодняшний день весов. Гороскоп указывает на некую хаотичность стремлений и сумбур желаний весов, что может привести к ненужным поездкам, неразумным тратам и пустым разговорам. Что ж, не каждый день показывает сверхрезультаты и действовать с холодным расчетом разведчика в тылу врага. Иногда и дурака повалять можно. Главное, о чем надо заботиться весам, так это о том, чтобы о содеянном потом, попозже, не пришлось очень сильно пожалеть. Любовный гороскоп для весов. Осторожнее. Сегодняшний гороскоп говорит о возможных неприятностях для весов и исходящих от людей, связанных с ним по линии любви. Может быть, их вторая половинка поцарапает машину, скажет или сделает что-нибудь не так, или прежняя любовь весов вдруг проявится в жизни с непонятными намерениями. Кроме того, звезды гороскопа настоятельно не рекомендуют весам в этот день заводить новые романтические знакомства. Это отношения только навредят. Чтобы день прошел мирно, весам стоит быть сегодня сдержаннее и в проявлении эмоций, и в откровениях, даже с самыми близкими людьми. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Кажется, что все сегодня идет против весов. Обидные мелочи вроде опозданий и задержек, небольших поломок техники. Все это может буквально преследовать весы, страшно бесить и выбивать из рабочей колеи. Хоть это и сложно, звезды советуют успокоиться. Они обещают, ни одна неприятность сегодня не повлияет серьезно на конечный результат. А если так, то стоит ли тратить нервы на всякую ерунду, а? Скорпион. Сегодняшнее настроение Скорпиона заставляет его быть слишком требовательным, хотя сам он согласится, пожалуй, с определением немного капризным. Это немного может сильно донять окружающих. Если Скорпион является руководителем, его настрой на головомойку подчиненных станет для них отличной стимуляцией. Если что, в качестве извинений выпишите потом им премию. А вот если Скорпион генерал без армии, то его придирчивость станет сегодня причиной ссор с родными и близкими, поэтому гороскоп призывает отказаться от командирского тона в общении. Любовный гороскоп для Скорпиона. Сегодня у Скорпиона настоящий день любви. Вокруг него будет буквально витать аура сексуальности. Сам же Скорпион может получать множество знаков внимания от противоположного пола. Не упустите свой шанс. Одинокому Скорпиону сегодняшний день может принести начало новых многообещающих отношений. Ну а Скорпион, у которого уже есть любимый человек, будет приятно удивлен нежностью и заботой своего партнера. Есть большая вероятность того, что сегодня Скорпиона пригласят в кино, ресторан, на расслабляющий спа-массаж или сделают другой неожиданный презент, полный романтики.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня беспечное и поверхностное отношение коллег к общему делу может ужасно раздражать Скорпиона. К сожалению, повлиять на ход событий, как и на ход мыслей своего окружения на работе, он не сможет. Поэтому звезды гороскопа советуют Скорпиону расслабиться и не биться в закрытую дверь, тем более головой. Единственная верная тактика в этот день – продолжать делать свою часть работы и делать ее хорошо. Ну, а запастись терпением, сегодня оно будет главной валютой при общении Скорпиона со своими коллегами. Стрелец. В этот день Стрелец склонен к праздным размышлениям и различного рода идеям фикс. От реальных действий его могут останавливать раздутые из ничего страхи. Он может обманываться иллюзорными надеждами и предаваться пустым мечтам. В общем, сегодня Стрелец не слишком эффективен, и виной всему разыгравшаяся фантазия. Гороскоп призывает Стрельца не то, чтобы совсем не мечтать, но все же удерживать себя в рамках. Кроме того, сегодня стоит тщательно выбирать собеседника для разговоров по душам. Изливать поток сознания на неподготовленную публику не стоит. Любовный гороскоп для Стрельца. Сегодня Стрельцу просто необходимо теплое море и любимый человек под боком. Гороскоп предсказывает ему слегка меланхоличное настроение. Хорошо, если Стрелец в этот день находится на Мальдивах, где искупаться и отвлечься не проблема. А если нет? Вот если нет, в этом случае звезды советуют Стрельцу организовать курорт прямо на дому, например, с помощью ванной. Больше теплой воды и пены, музыка и свечи тоже покатят. Если любимого человека рядом нет, самое время вспомнить о том, что лучшие роман на всю жизнь, это, конечно, с собой. И именно в этот день, когда Стрельцу стоит себя побаловать, сварить свежий кофе, посмотреть любимый фильм, как следует выспаться, и не сомневайтесь, следующий день будет просто замечательным. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодня Стрельцу следует ожидать сюрпризов на работе. Этот день даст встряску, которая вернет его в рабочее боевое настроение. Будут ли иметь эти неожиданные моменты положительный или отрицательный характер звезды, пока умалчивают. Но в любом случае Стрельцу сегодня надо сконцентрироваться и быть готовым к новым обстоятельствам. В конце концов рутина заедает, а легкий экстрим дает прилив щекочущего нервы адреналина. Наслаждайтесь этим чувством. Козерог. Если бы Козерог был дзен-буддистом, то сегодня непременно бы достиг и просветления. В этот день он способен достичь гармонии созерцания, полностью отказавшись от активных действий. Да, сейчас лучшее, что вы можете сделать для себя и окружающих, это взять паузу и сказать: «Пусть весь мир обождет». Гороскоп шепчет Козерогу: «Освободите свое сознание от беспокоящих мыслей, позвольте ветру погулять у вас в голове, ее явно надо проветрить». Сегодня Козерогу надо полностью расслабиться, чтобы на следующий день вернуться к делам, посвежевшим и крайне отдохнувшим. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня Козерог мыслями будет далеко от повседневности. Он унесется на крыльях мечты в заоблачные дали. Его фантазии о любви и счастье в этот день могут казаться как никогда реальными. Гороскоп советует Козерогу не забывать, что в путешествии на крыльях фантазии не помешает надежный компаньон. Предложите избраннику заглянуть в ваши мысли. Согласуйте маршрут. Козерогу, не связанному отношениями, сегодня стоит внимательно оглядеться вокруг и решить, кто из знакомых представителей противоположного пола имеет шанс стать его надежным штурманом на пути в долго и счастливо. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодняшний день включает в себя определенный риск потерь, к чему Козерогу следует быть морально готовым. Звезды не конкретизируют, конечно, о чем идет речь, и это может быть как упущенный момент или выгода, затерявшиеся важные документы, так и всего лишь закатившаяся непонятно куда. Нет, не губа. Любимая ручка. Тем не менее, эта потеря будет Козерогу неприятна. Гороскоп советует ему сегодня быть предельно внимательным. Дополнительный контроль в рабочих моментах не помешает. Водолей. Водолей сегодня сам себя может не узнавать. Состояние апатии может смениться у него приступами агрессии или слезливостью. Простейшие вопросы ставить в тупик. Периоды активности неожиданно сменятся приступами лени. Нет, Водолей не заболел. Просто так в этот день на него влияют звезды. Гороскоп не советует Водолею замыкаться в себе и оставаться наедине со своими мыслями и проблемами. Лучше всего побыть в компании верных друзей или еще лучше, в компании любимого человека.
Любовный гороскоп для Водолея. Сегодня эмоции могут целиком и полностью захватить Водолея. Он не в состоянии будет заниматься делами из-за слов или действий своей пассии или из-за собственных мыслей о любви. Гороскоп умалчивает о том, зарядит ли это Водолея позитивом или негативом. Что ж, даже если все сведется к конфликту с избранником, дело житейское. Главное, что Водолей в этот день получит мощную эмоциональную встряску, которая ему просто необходима для освежения чувств. Свободный Водолей сегодня также будет искать ярких эмоций. Он даже готов вести себя более вызывающе, чем обычно, чтобы привлечь внимание противоположного пола к своей персоне. Звезды гороскопа утверждают, более смелый наряд для любовной охоты Водолею сегодня действительно не повредит. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Сегодня Водолею, скорее всего, придется работать в авральном режиме, но это его совершенно не огорчит и не напугает. Более того, необходимо сделать большой объем работы и принимать решения быстро, практически не задумываясь, может активировать скрытые возможности, о которых Водолей и сам даже не подозревал. Работая на пределе собственных сил, сегодня Водолей ощутит настоящий драйв и получит от выполненной работы отличные результаты. Рыба. Если подумать, с каким животным можно сравнить сегодня рыб, то на ум, наверное, приходит только хомяк. В этот день ими правит стремление к накопительству и обжорству. Рыба рискует съесть больше, чем надо, а также потратить в супермаркете слишком много денег. Круг интересов рыб сегодня съеживается до минимальных размеров. Их интересует только собственное благополучие, а потому они могут задеть кого-то из друзей невниманием к его проблемам или переживаниям. Гороскоп советует рыбам провести вечер дома. Только в родных стенах вам будет комфортно и спокойно. Любовный гороскоп для рыб. Сегодняшние рыбы захотят забиться под одеяло и провести так весь день. Идеальный вариант – в компании с приятной живой грелкой. Если же жестокие обстоятельства все же вынудят рыб покинуть пределы спальни, они не сдадутся. Даже сидя на рабочем месте, они будут прятаться в свой домик, общение в соцсетях. Гороскоп признает, работник из рыб сегодня никудышный. Ну что ж, они умеют с блеском имитировать деятельность. Надо только день продержаться, и тогда вечером рыбы уж точно с разбега нырнут в уютные объятия любимого человека, в уж 100%. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня рыбам близка мысль о том, что счастье совсем не в деньгах, а в их количестве. Весь день они могут провести в лихорадочном поиске дополнительных источников дохода. Однако, как бы ни нуждались рыбы в мгновенном общении, гороскоп советует им не торопиться с воплощением в жизнь грандиозных планов. День не располагает к различного рода финансовым авантюрам, и риск потерять деньги сегодня гораздо выше возможности их приобрести. Так что успокойтесь. Ну вот вроде бы кажется и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание, за ваши лайки, за поддержку, за комментарии. И хочу пожелать вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.